Вот такой вот сегодня дождик. Это пиончики. Желтые, не знаю, что это такое. Сегодня выходной, воскресенье. Как раз хорошо, то тут вся земля высохла уже. Пускай прольет. Вот я тут плитку положил тротуарную. Ну, немножко кривоватой. Лужа вот тут скапливается. Я хотел ее, чтобы она вот туда вода стекала, но это я первый раз клал, поэтому вот получилось не очень. Просто песка навез. Песочная подушка и все. На песке лежит. Пока по городу не ходил гулять. Вот я уже тут неделю в летней резиденции, и пока дела, то покосить надо, то полить надо, то посадить надо, то все. Сейчас делишки немножко все вот поделаю, то покупаться надо, вчера купаться ходил. Открыл сезон купания. Вода 21,3 градуса по шкале Цельсия. Ну, не горячая, не теплая, но бодрящая, хорошая. Так что я думаю, скоро пойду в город. Мне и постричься надо. Постригусь и вам кино поснимаю. Я, правда, уже забыл, на каких автобусиках там кататься. Хотел в прошлом году и не получилось, но вспомню. Там какой-то Мамулина, там Поповлина, за Волгу, еще чего-то. Не забываю, все нормально. Че? Уже часа два вот так вот идет. То сильнее, то слабее дождик и молния с громом. Такое вот коротенькое видео, что я с вами, и все хорошо. Думал молнии поснимать, а они закончились уже. А то прям бух-бух бахло. Земляничку, кстати, кушаю. Тут у меня на огороде немножко землянички есть. А в лесу сухо. В лесу ничего. Ну, я и не ходил, но... Ну, когда на Волгу хожу, там есть пару земляничных мест. Там я проверил, нету. Значит, и в лесу нету. Комаров много.
Вот, ну ладно. Это он такой воскресный видосик небольшой. Мои пальчики. На самом деле сейчас потемнее чуть-чуть. Я хотел выставить настройки потемнее. Думал, можно при записи делать. А нет, надо выключать и настраивать. При записи не получается настройки. Она камера делает чуть светлее, как на самом деле. Ну, автоматически все. Ничего страшного. Ну и плюс режим такой попробовать 1080 Full HD и 30 кадров посмотреть в 4К. Тут интернет слабоватый что-то. Вот, ну все, ладно. Пойду кушать и тоже видосики смотрю. На YouTube там кинчики смотрю, я накачал. На жесткий диск и привез сюда. Теперь мне. О, кто это прилетел? Не воробей. У него белая шапочка и коричневый хвостик какой-то рыжеватый. В сирень спрятался. От дождика. Меньше воробья. Не видно, в листьях спрятался. Еще если видно, вон там осы. Видно, гнездо устроили, это плохо. Надо. Не люблю ос. Вон они там прям. Что-то залетают. Чем их убрать оттуда? Если залепить, то я думаю, это не получится ничего. Щель эту. Чем оса? Ну, не хочу я, чтобы там осы были, а то покусают на входе тут. Осиное гнездо. Ну что, ладно, до скорого. Увидимся.